Ничего тут нет мистического, и ничего ужасного в этом августе не произошло. Столкновения паромов и тому подобные вещи происходят всегда, во все месяцы. Но затопление в районе Хабаровска, это посерьезнее будет, но, насколько я понимаю, к нему неплохо подготовились, и вроде бы ничего ужасного там тоже не произошло. Так что это просто выдумка журналистов, вот и все.